Я Бен. Смотри, это же большие люди идут. Они же нас сейчас затопчат. Да, Бен, я не знаю, что делать. Они же нас раздавят. Ой-ой-ой. Идем на пикник. Бип-бип-бип-бип. Спасайтесь, кто может. Скорее улетаем. Мы идем на пикник. Хороший сегодня денек, Регишка. Да, Ушаиска. Сейчас самое время сделать привал. Так, ну где же нам расстелить покрывалка? Ая, где же зовут? Ну, мы трое, мы можем их задавить. Региш, да их не существует, они только в мультиках. Так что расстилаем одеяло. Ая, это что, гномы? Ой, мой маленький друг Гастон. Нам надо скорее улетать. Похоже, и правда гномы. Большие люди, остановитесь, вы же нас раздавите. Это что ли Холли? И правда Холли? Да, девочки, меня зовут Холли. Очень приятно, что вы меня узнали. А это мой друг Бен. Вы смотрите наши мультики? Привет! Конечно, смотрим! А мы и правда существуем. Как вас зовут, девчонки? Меня Регина. А меня Арина. Очень приятно познакомиться. И нам тоже. А что вы делаете в лесу? Расскажите. Хотите, мы вас угостим огурчиками и медовками? Простите, девочки, Гастон у нас такой невоспитанный. Ну, Гастон! Да все в порядке, пусть кушает. Ням-н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 ям-
Какой интересный пикник получился у нас сегодня! Девочки, только не рассказывайте никому о том, что вы видели эльфов и гномов в лесу. О нас никто не должен знать. Конечно, конечно. Это будет наш секрет. Да. Аф-аф-аф-аф-аф-аф. Это ему так приятно, ему нравится. Холосенький Гастончик, но нам пора домой. Пока-пока-пока. Пока-пока, Гастон. Пока, феи и эльфы. Пока, Бен Холли. Пока-пока, большие люди. Пока-пока. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. И всем пока-пока. Наше шоу еще не закончилось. Пока.